Здравствуйте, с вами Кошки ТВ и я Никитенко Сергей. Сегодня мы находимся на стадионе «Урожай», где состоится матч между сборной «Кошки» и сборной «Большой Черниговки». Будем наблюдать за ходом матча. Судья выводит команды на поле. Дружественное рукопожатие команд. Разыгрывает команда кошек. Дан свисток. Матч начался. Ух, как далеко он пинает. Ушел. Воздух аккуратнее. Ничего нету. Лех, бля, хорош уже, а? Второй выпадает. Это точка моя, бля. Два. Ага, бля. Да, решай, давай, решай, решай, сержант. Он не добежит до этой штанги. Не добежит, ебать. Гол, не получилось Большой Черниговке забить. Паша пошел. Болт. Давай, 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 давай. Какая опасная комбинация. Молодец, Орел. Загнул. Свистит. Не обходится без прений. Удар. Слабый. Конечно, не попадешь. Как переживает болельщик большой глушицы Черниговки заявилась. И вновь опасный момент на нашей половине поля. Работаем, работаем, мужики, работаем, блядь, работаем. Удар! Болт. Да нахуй там хватит. Пробивает номер 21. Паша. Номер 21 забивает 21. Поймал, смотрите, что. Какой он резкий. Ансар не заработал, блядь. Падать надо, чуть-чуть, блядь. И притвориться мертвым. Опа-на! Опасный момент. Прием, Сем. Ничего не счете? Ай?
Тяжелый день, блядь, остался 2 минуты. Восход! Вперед! Мы с тобой! Восход! Вперед! Мы с тобой! Восход! Вперед! Мы с тобой! Второй тайм. Счет 0-0. Пробуй, Сав. Сгораешь. Сзади, сзади, сзади. Сав. Давай, гол! Вот он. Гол! Рахтар какой, блядь, а? Угловой. Сварно есть. Пусть я обмочу, ты понял? Ну, разворачивайся. Паш, не свисти тунет. Опять так. Ты, Сережа! Во! Паша, вернись. Давай. Один, 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 Паша. Здорово, красава. Но! Но! Не даст, не даст! Забить надо! Самому! Еще один давай! Не даст, 100% не даст! Сыграй, не сыграй! Ну что, мы клеимся немножко, че ты? Пошел! Саш, что ты смотришь? Да, да, да. Готов? Один! Есть! Бей, Паша! Молодец! Судья, время! 3 минуты он добавил. Давай! Давай! Хорош, бля! Сейчас все хорошо! Дай дальше, бля. Точнее! Все, тише! Все вы!